там боитесь? Вам Кася кушает творожок. И вы идите кушать. Ням-ням. Все твое, да? Все твое? Я вам не дам. Ну что ты, тушканчик? Классный творожок. Катя, ты наелся творога, все? Такие уже пугливые, такие уже чуть-чуть подпрыгивают, страшно. Кого боюсь? Кого-то Тоша и Емеля боюсь. Казенька, идем творожок кушать. Куда ты? Куда ты идем творог кушать? Куда ты пошел? Чего не хочешь кушать? В кроватку полезешь? Казя, в кроватку полез. Чего ты? Наелся творожка. Все не хочет больше. Казей, куда ты? Что ты будешь там делать? Что ты еще не решил, Казенька? Еще не решил, что он будет делать. Ой, такие пугливые, такие пугливые. Катя, ты там в кроватке спать-ки улегся? Или ты что-то там набрал в рот? А, он семечек набрал там полный рот. И ест. Что, Катя, бесит эти розы, да? Надо снять. Какой-то красивый, весь в творожке, симпатичный наш Татошенька. Емеля, как всегда, где-то что-то боится. Казя, что, воспитываешь розу? Что она тут делает, да? Лишняя. Надо ее куда-то избавиться от нее. Все, воспитатель розы. Скажи, бесит она меня, эта роза, да, Казя? Да, Казенька? Бесит? Какая-то бесполезная штука, надо снять, да? Ну, отгрызи ее. Отгрызи и разреши. В общем, только Татоша будет творожок кушать. Все остальные где-то бегают. Казя лизнул. Емеля лизнул немножко. И все на этом.